Харьковские журналисты, друзья и земляки Инны также присоединились к марафону. Они устроили флешмоб, записали видеоролик в поддержку нашей коллеги. И тоже обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь Инне Жмут. Слушай, ты почему-то постоянно на меня кричишь, срываешься. Хотя, знаешь, честно говоря, я уже даже соскучился по этому. Приезжай, устрой мне взбучку. Иночка. Инка. Жмудик. Нас шутку называют харьковской мафией. Ты неотъемлемая ее часть. И здесь тебя не хватает. Люблю тебя за умение говорить слова наоборот. А тирограмм, а нимдзюк, а девс. Так мое имя не коверкал еще никто и никогда. Ты всегда говоришь обо мне честно. Мне этого не хватает. С тобой классно и легко работать. Инна, для меня ты пример журналиста. Инка, тебе невозможно отказать в интервью. Я жду тебя здоровой. Ты для меня человек, который всегда все делает правильно. Есть такой цветок, орхидея. Это про тебя. Женственный, независимый, сильный, красивый. Ин, ты настоящая. Ценю тебя за правду. Мы с тобой уже давно не виделись. Надо встретиться. Нашей Инне нужна помощь. У нее редкая форма рака. На лечение нужно 40 тысяч евро. Мы справимся только с вашей помощью. Помогите нам спасти друга. Помочь Инне победить рак может каждая гривня. Реквизиты у вас на экране. Также их можно найти на нашем сайте. Подробности ей в разделе «Мы помогаем». Не оставайтесь равнодушными.